Сходила в Лиду, смотрите, столько набрала, блин, все, что хотела, брала, не ужималась, блин, хороша жизнь в карантине-то, при таких условиях. Здравствуйте, сегодня у нас 9 мая, поздравляю вас всех с праздником от души. Так хочется, чтобы люди наши тоже так же хорошо жили, как люди живут в Америке, и в Испании, и в Европе. Все, что могу сказать. Так. Я сегодня сходила в Lidl, и что я накупила для праздника. Сейчас вам покажу. Это я не ужималась, ну, потому что у нас столько денег. Просто невероятно. Ну, извините, я не злорадствую ни в коем случае. Ну, просто мы тоже очень сильно нервничали, очень боялись. Тоже не знали, что нас ждет в будущем. А сейчас мы так спокойны, так просто на душе у нас так хорошо. Я в аптеке себе купила новые очки. Вот, где-то за 13 евро, что ли. Ну, в аптеке просто на двойку. Потому что я уже ничего не вижу. Мелкими буквами в тех очках. Они мне были на 1,5, а эти мне на 2. Муся, а ты не офигела? А ты не офигела, Муся? Так. Значит, я по случаю праздника решила купить поле осадо. Ну, то есть, это вот запеченная курочка. Поле осадо энтеро. То есть, полное. Видите, поле 9,95. Бара де пан, это хлеб. Вот я хлеб купила, видите? Видите, поле осадо и комидо спаралевар. Ох, как хорошо я вижу. Объекто туда лос диас. Туда лос диас. То есть объекто туда лос диас. Это открыто каждый день, весь день. Туда, каждый день, видите. Так, поле, значит, этот цыпленок. Осадо, ну вот этот на вертеле его жарят. И комидо спаралевар. Ну и еда на вынос. Дайте, Мусечка, не думайте. Сегодня с утра у нас был дождик. Что я взяла? Смотрите, я ходила в Lidl и взяла на всякий случай. Потому что вообще же не работают никакие магазины. Даже лампочку не могу купить. И хотела какую-то бы кофточку. У меня к юбке не подходит никакая уже кофточка. Да, Муся? Так, смотрите, что я купила. Так. Чистить унитаз. Туалет. Брюш. Это не по-испански написано. Вот такую штуку купила. 2,99 стоит. Очень. Я решила разориться. Уж есть, денежки есть. Надо что-то и в дом купить. Так, сейчас постепенно все буду вытаскивать. К сожалению, у меня чек оказался на самом дне. То есть андуладас. Это значит волнистая патата фрито. Патата фрито, видите? Гирасол. Асейте де гирасол. Видите? Сдобренное этим растительным маслом. Это у нас по-каталански мадуша, по-испански фреса. А это у нас вафли. Вафли. Шоколады. Буфрес. Это буфрес. Буфрет. Это вафли. И вакуно сердо, говядина и свинина. 1 килограмм. Ну, где-то примерно 5 стоит евро. Это евро 10, по-моему, стоит. Тоже евро с чем-то. Это все по евро. И это у нас крабовые палочки. Но это написано не по-испански. Не испански. Видите, делисиас до мар. Потому что если бы было деликатес... Да, было написано, наверное. Пошла вон, Муся. Так, сердо это свинина. Чулетас де ломо это отбивные. Так по-русски переводится. Значит, где-то около 3 евро с чем-то стоило. Надо посмотреть. Чек, блин, далеко в сумке лежит. Так, это у нас крабовые палочки. Политас де сурими. Так. Это Лёша утром завтракает круассаны. Это просто круассаны, а это круассаны с шоколадной начинкой. Круассан с какао.
Видите, тут круассан просто. Следующее у нас козий сыр. Тьерно нежный. Я люблю такой сыр. Я из твердых сортов не люблю сыр. Никогда не покупала. Муся, ты что делаешь? Брысь! Иди отсюда! Вот разбойница. Так, это значит у нас сыр, кесо. Значит, кабра это козий сыр. Тьерно это нежный. Нежный, ну такой. Мне вот такой нравится. Мне этот из твердых сортов не нравится. И поэтому я всегда такой покупала. Всегда такой покупала сыр. Так, вот это моя любимая колбаса, потому что она похожа у нас на докторскую колбасу. Написано «Embutido de cerdo tipo mortadella». Видите, какие мелкие буквы я вижу. «Embutido» – колбаса из свинины и типа «mortadella». Ну, это такая колбаса испанская есть. Слушайте, это, наверное, итальянский язык. Не знаю. Потому что, смотрите, вот здесь «Palitos de mar» написано. «Морские палочки». В общем, это я только скажу, которые дорогие были продукты. Вот фарш, бургер, мид, микста, 5,19. Значит, гуфры, шоколады, 2,35. Ну, это вафли. Так что... Так. Это колбаса 3 с чем-то была. Кстати, знаете, вообще 39,30 за такое количество продуктов. Там, я вам честно говорю, раньше дороже стоило. Вот смотрите, чулета с лома серде, вот это отбивные, 2,45 всего. О! А лангустина, вот лангустина косида, ну я это креветки называю. Вот они креветки. Не знаю, их креветками называют, а лангустина косида. Значит, лангусты вареные. Они раньше около 6 евро стоили. Я вам точно говорю, около 6,5 чем-то стоили. А сейчас они 3,79. Мне кажется, вообще сбили цену. Очень сбили. Вот фреса. Вот фреса. Евро 15 вообще копейки. Фреса это вот земляника. Пепино это вот огурчики. Вот такие я купила. Огурчики. Пепино евро 29, тоже дешево. Я не все названия продуктов знаю. Ну, которые не брала, вот это гуиндилля. Не знаю, что такое. Конфитюра фрамбуэса. А, вот конфитюра фрамбуэса. Где она у меня? Это сумки, что ли? Я еще не все достала. Смотрите, гуиндильяс и винагры. Вот эти гуиндильясы, ну, перчики, видимо, так называются, перчики в этом, в уксусе. Так, пепинус я сказала, это огурчики. Ой, вообще, смотрите, стоят еще копейки, 75 сантимов, евро 29. Ну, кока-кола евро 86. Так, гофры с шоколадом я говорила. Кесо кабра 2,15. Ну, кесо де кабра это козий сыр. А вот имбутидо де сердо 3,19. Так вроде и стоило раньше. В общем, слушайте. Так много я всего купила. Всего на 40 евро. Это вот алименто гатас, это корм. Видите, стерилизадо для... От 10 лет. Это я Васечке такое. Поле. Поле это курочка. Такое все время покупаю. Ну, любит, потому что он такое кушает. Это сервилета. Сервилета с салфетки. 95 сантимов. Так. Фрамбуэсу-то. Фрамбуэса это малина. Конфитюра де фрамбуэса. Конфитюр малиновый. Так. Кетчуп. Кетчуп 71 сентим. Это евро 89. Кока-кола. 99 сентимов. Ну, это я уж наизусть знаю. Видите, асейте рафинадо де герасол. То есть рафинированное подсолнечное масло.
хорошо, все, вроде правильно это перевожу. А вот фрамбуэса — это малина, конфитюр. Видите? Очень вкусно. Я так люблю. И бывает и вообще из разных. Даже из черники есть. Из каких только нет ягод. И стоит вообще копейки тоже. Видите, евро 39 всего стоит. Так, Муся, не лезь сюда. В общем, сегодня. Глаза разбежались. Какое, что будем? А, я патата фрита забыла сказать, сколько. Патата андулада, вот эта волнистая патата. И патата пунта сал, ну, посоленая. О, видите, 67 сантиметров, 58 сантиметров. Ну, вот. Нормально, хорошо. Что-то я буду только в Лидл ходить. Что в остальных магазинах вроде ничего не купишь, а уже 50 евро нет. А тут, смотрите, так нормально закупилась нынче. Ну ладно. Леша, 2 часа дня. Леша до сих пор спит. Представляете? Так, посмотрим, что нам тут предлагают. Так, лампа ровно. Тут все в сад. В сад. А это в лесу. А нет, это какая-то щетка такая, смотрите, как электрическая, что ли. Ой, стукнула по камере. Так, ничего, что-то все тут от засада. А вот, смотрите, 11-го, я как раз сегодня пошла в Лидл в надежде купить такую штуку. Мне очень надо, потому что мне же надо рассаживать, а рассаду мне некуда ее садить. И земля там, ну земля там есть всегда. Ну, это все для сада тут. Для сада. Такое все. Что-то одежды-то вообще нет. Наверное, такие проблемы. Одежду жена покупать у меня. Ну, что-то вроде сказали, что разрешат. А, вот одежда. Так, одета когда? С 14-го? 14-го года. Ну, я думаю, что нам, может быть, уже это дадут возможность ходить уже по магазинам. Видите? Штанки, можно такую штучку. Вот такая кофточка. О, нормально. Надо будет сходить. Деньги есть, ура. Можно не экономить, не бояться. Можно тратить деньги. Вот такое платьишко, смотрите, хорошее. Это сильно короткое. Вот такое мне нравится. Такое тоже, смотрите, не короткое. Вот такое. И мужчинам вон тоже Лёше футболочку можно купить. С 14-го надо, знаете, туда бежать с утра, когда 14-го будет. Потому что если вечером придешь, там уже все расхлапают. Вот так. Ну ладно, закончу на этом. Пожелаю вам.